Вот это вот венчание. А у тебя фотографы есть? Да. Класс. Браске. Браске, да. Не-не, это уже попозже, да? Или Браске? Нет, это не Браске. В 95-м году. Это уже 95-м. Тогда это не Довженко? Довженко. Довженко уже было, да. Это уже Довженко. Это тоже после венчания мы фотографировали. Да. Вот да. Это первый выпуск Иисуса Навина. Это наш 95-м. Да, наш выпускной. Это в Ростке, это кажется в Ростке было. Да. Это еще в Ростке. В Ленинграде? Нет, это в Ростке. Первый не был в Ростке, второй был. Выпуск. Нет, вот в Ростке. Вот это Ростов. Ростов это? Должно быть тихо. Это Ростов, да. Это в Ростке, да. Первый наш выпуск. А, да. Перешли на второй этаж. Да, православный. Да, 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 да. Правильно. Мы начинали в гостинице «Дружба». Да, в гостинице «Дружба». Мы начинали, в подвале там было. Потом мы перешли в Ленинград, холоднючий ужас. Руси там мерзли, отваливали. Из Ленинграда это было уже потом. Сначала у нас был Ростов. Нет, мы Иисус Навин. Иисус Навин был в Ростке на втором этаже. А не об Иисусе Навине. А где еще у тебя фотографии? Это второй год был. Да. Первый год. Вот первый год Иисуса Навина. Первый год. Начинался в гостинице «Дружба», в подвале. Потом мы ушли в холодный кинотеатр «Ленинград». Да. А потом только перешли в Ростов. Вот, у нас там ночные еще были в «Дружбе». Да. Да, 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 были ночные. Ночные, да. И благодаря в Ленинграде мы были после «Дружбы». Есть. Благодаря Иисусу Навину, да, мы говорим об Иисусе Навине. Ну это уже есть, мы семейные фотографии. Благодаря Иисусу Навину, пастор Сергей меня очень сильно обличил в Иисусе Навине. Говорит, откажись от ложной скромности. И я потом думаю, ну в чем же ложная скромность? Я долго себя проверяла. И потом я действительно поняла, что пастор в цель увидел, и я от этого освободилась, еще долгое время от этого отказывалась, но сейчас я чувствую полную свободу. Полная свобода, да. От ложной скромности. Ты совсем другая сейчас. Да, и я благодарна в этом, и сейчас я другим, у кого уже это вижу, потому что сама все это прошла, я сама говорю на своем примере, как мне было сложно. Скованно, скажем. Да, было очень сильно, я стеснялась молиться в Иисусе Навине на сцене, потому что была вот эта сложная скромность. Вот так, понимаете, этот дух так держал в рабстве, что стыдно было даже выйти на сцену. Ну, во-первых, этот дух, наверное, еще где-то был... Комплекс. Комплекс из семьи, наверное, когда говорят, у тебя все с рук свалится, у тебя... И когда я пришла в церковь, я начала говорить, у меня ничего с рук не валится, и у меня ничего не бьется, я все делаю хорошо, у меня банки не бьются, посуда не бьется. И был такой случай, моя мама еще не ходила в церковь, сейчас она также покаялась, отец покаялся, и отец ушел на небеса, слава Богу. Ну, многие покаялись, покаялась старшая сестра, за которую пастор Сандей молился, у нее была опухоль в позвоночнике. И после молитвы ей сделали операцию, оказывается, у нее была доброкачественная опухоль, ее просто вытянули мешочком, положили, и она сейчас ходит, все делает. Она на работу не ходит, но она полностью себя обслуживает, везде сама ездит. Это просто благодарность большая пастору и Господу, что она сокрушилась и пошла просто к пастору на прием, у нее просто уже не было другого выхода. И в Иисусе Навине учась, моя мама еще не ходила в церковь, поехала к бабушке, которая на фотографиях вот смотрит и рассказывает судьбу. Я уже была в Иисусе Навине, в церкви, я говорю, мама, мою фотографию брать не надо вести. Она все-таки повезла, и когда мою фотографию взяла вот эта бабушка в руки, она обо мне вообще ничего не могла сказать. Она только сказала, хорошая девочка. Я говорю, моя уже под защитой Божьей, на мне кровь Иисуса Христа, и всякие бесовские, да, бесовские силы, они ничего не могут видеть, что в моей жизни происходит. И благодаря тому, что я познакомилась с такой великой личностью, как пастор Сандей, я сейчас живу
Я живу полноценной жизнью. Я умею побеждать. Я не боюсь трудностей. Я иду И сколько у тебя детей, скажи? Да. У нас с мужем, моим мужем Юрием, пятеро детей. Самый старший дочь. Это первая свадьба. Один из первой свадьбы, посольство Божие. И пять детей у своих уже. И самая старшая. Самая старшая 15 лет, она учится в Ирпене в Народной академии. Самому младшему 2.5 года. Но многодетные мамы знают, что это очень большой труд. Это очень большое посвящение, потому что когда ты хочешь служить, ты понимаешь, что твое первое служение – это семья. И у меня было время, когда я служила в женском служении по планированию семьи. Мы с Таней Косиченко писали книгу, разрабатывали разные планы. И потом у меня очередная третья беременность. И снова мое служение отошло в сторону. Но я вам скажу, ничего не прошло напрасно, ничего не прошло даром. То, что в меня тогда Бог заложил, оно во мне было, оно накапливалось, оно росло. И когда дети подросли, уже старшие могут помогать с младшими, это снова сейчас возродилось. И сейчас я начинаю писать темы по этому по планированию семьи, по абортам, по вот этому всему. Сейчас я начинаю писать программы. Та книга, которую мы писали, я сейчас хочу ее усовершенствовать. То есть благодаря Богу и благодаря пастору Сандея, который меня направил, я могу исполнить свое призвание, быть счастливой и влиятельной личностью. Молодец, молодец. Да.